Добрый вечер. Танька, ну говори. Я даже не знаю. Ладно, начнем со Стивена Кинга. Мальчик закончил круг. Дрожащие пальцы выровняли ему лоб. Желтое крошево тут же высыпалось из руки. Сел на асфальт, обнял колени, сжал кулаки, смог. Кажется, он успел. Смог. Возле потертой кеды ползут муравьи, иногда осторожные тут пауки, скот крупичатый желтый барьер. Мальчик уже не дрожит, он уверенный, прямо он почти пионер, он как индейский вождь. Немножко коленка болит. И немножко горле першит, и немножко хочется пить. Но ни один из прохожих к нему не может дотянуться рукой. Сбой. Где-то в сети. Сбой. Мальчик, наверное, устал, задеревенел, замерз. Мальчик, ведь ночью так холоден свет звезд. Мальчик, когда рисовал этот круг, ничего не знал и не знает сейчас. Кончился мел, видишь, вон, как бы вовсе потом не пропасть. Он с потаенной радостью видит овраг, городской вал. Лучники щерятся вниз раскаленными зубьями стрел, и опаленно взвизгивает очередная пасть. Мальчик пока цел. Мальчик, пойдем домой. Тьфу ты, напасть. Ну сиди, как дурак. Вот посмотрите, товарищ милиционер. Кто там у нас? Так, так. Тихо планета пухом и листьями пляшет вокруг. И от стены отлетает девчачий мячик. Тук, тук, блям, тук. Пляшет комета на синем клеенчатом ранце. Где-то вверху резвятся и скачут дети веселые трудоуберанцы. И космонавт Гагарин в сказке читает вслух. И прищурится, пугает. Только не больше двух. И потом обязательно, слышите, спать. А ты продолжай читать. Мальчик чего-то ждет? И ни страха, ни жажды, ни голода нет. Рядом тоскливый вой потерявших след. Хочу сказать, что у нас не классический концерт, и хлопать не возбраняется. Меня обычно зовут, когда можно похулиганить, но поэтому на счет. Чтобы мясо не пропало. Кто за мной? Что? Совсем никого? Да, совсем никого. Неуютное ощущение. Я, пожалуй, была тем, чем все. Не более, но боюсь, что не менее. А теперь остро хочется глупых стихов. Хотя бы из пальца высосанных, хотя бы дурных. Потому что надо же чем-то занять голову, в которой звенит и ни черта не живет хорошего. Потому что нельзя быть стеклом, это только на вид монолит. Но в нем до поры до времени прячется критическая точка. Среди сотен прямых и кривых линий попадешь и полна ладонь мелкого злого крошева. Тебе половинку горсти, и мне половинку, поровну. Нигде не болит, ничего не болит. Индивид имеет свойство, не думая, плакать навзрыд. Это ли не война? За один день потерять всех? Это ли не бой? Только куда? Куда мне прийти и поплакать над вами? Над ним, над ней. Надо мной,
поставить граненый стакан с коркой хлеба? Какому врагу невидимому потрясти кулаком и потребовать мщения? Повыть на пороге какого неба? Кто за мной? Что? Совсем никого? Да, совсем никого. Неуютное ощущение. Паршивое, надо сказать, ощущение. Острого, горького, бешеного, живого в небо. Человека в небо. Человека в небо. Остановить падение. Иня, 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 Иня. Вот еще более печальная штука. Я хотела хулиганить, да? Да я вот так хулиганю. Я курю одну от одной и пою, но все реже, все хуже. Не смогу говорить и захриплю погибающей троллей. А слово прорвется сквозь кожу по вене наружу, тоскливым нечеловеческим воем. Мой эфир гуляет смещенным центром тяжести по тем, кто уверовал, что земля моя молчалива и вовсе не знает слов. И как-то с рождения привяжется. Пойди умри, стиснув зубы, умри героем. Умри незаметно, неторопливо. Это традиция, кто ты такой, чтобы ее нарушать, чтобы жить? Ты смертен, ты смертник, и слово — твоя печать. Молчать, молчать, не скулить. И не нарушают все 20 неспящих веков. И умирают на моей челюсти, как Бог свят. А который Бог? Тысячи их и тысяча крат моих богов. И у каждого имя, взрывающее снова снов, ворох больных, непролеченных слов, непроговоренных, неприговоренных, ласковых злых, матерных, темных, тех, что не дошептал в келье инок Петр, не докричал под огнем рядовой Петров, но оставшихся ядом в крови, в земле, в воде, в каждой груди, везде, кипящих в клетках, как никотин, кофеин, кокаин, и как Бог един. И люди входят их сами в мое уравнение мира. Их слова глядят сквозь меня тысячи глаз, и Бог даст, и вспухают на коже тысячи злых угловатых цветов. И словом моим расчерчена мятая пачка, расписана вся квартира. Нет, не коза 20 ноября, и чужое плечо, каждое ни о чем. Но каждый голос, молитва, песня, проклятие, Армагеддон. И в ушах постоянный звон, из ушей кровь. Ты пощади, отпусти, стой, стоп, водопад слов. Ты говоришь, он говорит, они говорят. Обещанное хулиганство. Мои друзья называют это стихотворение поэмой Сада Маза, ну да ладно. Детей здесь нет, слушай. Вообще стихотворение любви, ну ладно. Любовь тоже Сада Маза, в некотором смысле. Воспаление нервов, сердца и совести. Новое заболевание, говорят, лечится. Но пациент обездвиживается полностью, чтобы бедняга не покалечиться. Надо его растянуть, расхлестать, чтобы не вдохнуть, не закричать. Ни на миллиметр в пространстве не двинулся. Петля на руку, петля на ногу, голова запрокинется и висит в воздухе. Этакая паутина, кости трещат. Но главное, что висит. А болезнь, черта не проходит. Кто его знает, что происходит? Врач говорит, я постараюсь. Но, кажется, сам не уверен, впрочем, проверим. Осциллограф искрит. Псих. Ремни натягиваются до предела. В запястье крызлись. Тело выгибается дугой. Вольтовой. 3, 2, 1, 0. Да,
ничего не поменялось. Be quiet. Be quiet, dear. Keep silence. Что-нибудь добренькое или разнообразие можно? Нет. Просто 40 вернул, но нормально. По весне я боюсь людей. Неоконченных дел и воскресных дней, когда наполняются города полноводными реками тел, издавающих от жары. Бесконечно щурюсь от солнца. Пытаюсь просочиться туда, где никто от меня ничего не хотел. На ту сторону времени, на Луну или в Крым. Это к тем берегам, где метеориты летят, едва не касаясь лица, продолжая в глазах мерцать. На балкон. На коричнево-белые шахматы кафеля, где горячечно-жадно дышит планетный ком. И как птица по ветру крыльями хлопает простыня, не унять. Эй, Гагарин, слышишь, земля, земля, прием! Босиком простоять лет это кацать, выдыхая, вдыхая дым. И минутные стрелки приклеить на суперклей, пусть идет, как идет. И весна на мгновение, весна на полгода, весна на год, несмотря на проделки календарей. И когда загорятся посадочные всех аллеи, я вдруг вспомню, что дом твой пуст, а в моем есть грог. И твои сигареты там, кажется, где-то были. Я играю с ветром в прибое с тюлевых хвоем. И смешно чихаю от пуха и пыли, и от избытка чувств. И уже не хочу разбить ни одну из стен, несмотря на отсутствие новостей. Из дыры между ребер внимательно смотрит Бог, улыбаясь Марио Лин и утиным выводком до полят. Он говорит, иконостас без тебя не полон. Я ему говорю, я вчера постирала твои крылья. Только ты объясни мне, на кой ляд. Не про футбол, нет. Даже не про хоккей. Посадят, Дима. Мне нечего тебе своить, никто ничего не слышит. Я гляжу, все вокруг развлекаются. Эй же, эй, старый добрый круг провокаций. В этом мире чужих гениальных идей декораций хватает на несколько трейлеров братцы. А что делать такое время, если карта любых мастей? В голове коктейль из чужих полупереваренных и немытых мыслей. Дезодорант из страсти не помогает, все равно пахнут кисло. Каяться нам и каяться, и никак не забыться. Предлагается навсегда отравиться теловым спиртом, травой и еще чем покруче. Да, отравиться. Ах, какие потом снятся сны. Индульгенция нами получена. Потерять всех своих, своих чужих, заиграв их да нельзя, то нельзя. И на круг заварив в котлах свинскую слыть и выдавать ошибки за божий промысел. Галлюцинации за признаки новизны. Настоящие были, докончились и давно опустились на дно. В круговорот скучающих лиц, в омуте безразличных глаз, шарик, зиц, жучка, плац. Помнишь, под такой палочкой, походу он мертвый? Конечно, мертвый. Третьего дня тобой на суку повешен. На веревке повешенного не пидают, берут аккорды. Кто сказал, что хоть ты настоящая? Брешут. А может, не брешут? Но этого не узнать, пока не откроешься. А дураков уже нет? Нет. Вот и не подавай голоса. Так сходу не уловить так. Ну все, и ну, ты хоть темп задала. Темп. А вот, вот. Дай темп. Про Путина было. Про наркоманию было. Давайте про алкоголизм, что ли. И про проституцию, пожалуйста. Нету пока еще, не написала. Ну, я понимаю. Идти без призорников. Это слегка повзрослевшая Элис придет домой. Сбилась синяя лента в руинах длинных волос и висок седой, а в руках бутылочка с надписью «Вроде бы пей меня, но не факт, ничего не понять». Боже ж мой, все мы знаем, хлебнешь, подрастешь. Заведешь свои карты с заточенным краем, ровно в упал свое сумасшествие, Элис. You're trying. Только мало кто прав. И мало кто лев. Мы видали, Алиска, таких королев. По сравнению с ними, Алиска, ты прелесть. Даже факин, сбиваясь на всем знакомый ритм. Что, Алиска, мы выгорим? Или поговорим? Все мы знаем разговоры на деревянном крыльце, на заднем дворе старой церкви, омут в конце заголенной дороги, это вроде какой-то стиль. Но прости, это дикая-дикая странность, а вовсе не край чудес.
и повсюду туман, и пройти удается немногим. И цветастыми облаками в тумане цветут светофоры и фонари. И зеленые в красные берёзы марево распускаются. И маневровые синие. И на вывесках, и на цветах фонарей. Коврами, ковры. Ленинградская. Всех приглашаем покаяться. Ярославская 70 с чем-то 6. Квадроциклы, мотоки, Синай. Миллион гвоздик. Да и толпа миг. И Алиса шепчет. Чего не хватает здесь? Ты же счастлива, тварь, у тебя все есть. И бутылочка надписью вторит. И не говорит. Но в голове у нее подозрительно странный вопрос. То люблю, то люблю, не люблю, люблю. Привязалась же, вот же тварь. Привязалась же. Где-то давно и когда-то она. На каком этаже? На какой странице ЖЖ? И туманный цветок расцветает зеленым в одной остановке от дома. Через всю чудесатую странность, пройдя пешком, раскачав в пространстве времени люфт, не лю, кажется, таки не лю. И костяшки в кровь, и почти кровь. Мне уже не до его января и не до своих мартов. Голова я 4, тело едва и едва-едва. Закатай рукава, закури, закуси фильтр зубами. Что-то в горле кипит смоляной, угрюмой волной с пузырьками. Говори или не говори. Начинай раскидывать карты. Нижний банк в диссонанс вышибает кварту. Минимальная взятка шестерка. Плевать, что железных. Три. Закрываешь глаза, и его затумленная кухня-коптерка. Сквозь дым улыбайся отчаянно. 18 литр никотина, 4 пачка чая. Подарить ему взятку. Не подарить. Разбросаешь под десяток других недосказанных, но незабытых вещей и дат. Запивай. Переулок распят фонарями к утру, как на нитке тончайший паук. Это да. Его голосом слух. Слух не умеем. Мы молча болеем. Выгибаем дороги друг другу в затейливый крюк. Теорема, которую я не смогу доказать никогда. Синдром здесь споткнешься некомпенсированного одиночества. Мы друг другом лечимся, даже когда нам лечиться не хочется. Будто мало в руках своих городов и пророчеств. Тузов с именами валетов и дам без отчеств. Как теперь удержать, не рассыпав еще и твои города? Еще или хватит? Смотрите. У нас вон руководитель. Руководитель, скажи что-нибудь. Смотрю в зеркало примерно раз лет 10. Пугаюсь, господи. В глазах-то все тоже. Контролирую голову. Мне же 200. Всего 200. Уже 200. 200 грамм жизни, 200. Это же не глаза, какой-то расплав улова. Каково тем, которым по 1000 и даже более. Сетчатку у сердца колет. Здесь есть девочки, повадки точно у ворона. На голове хохолок и взгляд сбоку. Испытывает. Я люблю, когда они на коленях насвистывая укачивают мою душу, дурную, как пробка. И можно шептать в безумии. Больно, больно, больно. И слышать пронто. Я слышу тебя пронто. Круглый стеклянный глаз и холодное любопытство. Ну что ты, что ты, что ты, что ты? Но страшно спрашивать, откуда они берут такую походку. Откуда они берут эти шрамы и странные обороты? Ты же видел, братец, именно, братец, именно. Дивно в ее глазах, поистину дивно. Это она к плечу врага, приткнувшись зареванной мордой. Ну что же ты сдох? Ну что ты, что ты, что ты, что ты?
молча кричит, глазами кричит, до разрыва аорты, до лопнувших перепонок, до звукового удара в спину, до насмерть сжавшейся лишней сердечной хорды. В этом мире в такое уже вырождаются фениксы. Не знаешь, плакать или... Пронто, я слышу тебя. Пронто. Куда она с таким взглядом денется? Никуда не денется. Знаешь, а зеркало кажется у меня не к черту. Я же почти ослепла, ворон. Кто там? Ладно, еще похулигание. Разрешили, значит, можно. Я всегда говорю слишком много, я всегда говорю лишнее. И лишь глухота мешает мне быть услышанным. Нет, я говорю ни при чем, как и Один, и Кришна с Вишну. Вот веришь, перечисленных тоже не слишком-то слышно. И раз уж так повернулось, раз уж вышел на всем умирать, да еще и поодиночке. Толку теперь проверять, закрыта ли дверь и накинута ли цепочка. Так хотя бы не зря, хоть не лечь под ногами у века Бога. Он и так нас растопчет, как тараканов, когда их становится много. Хоть в составе полка идиотского, ежели не в рядах храброго воинства. Хоть не теряя остатки людского божественного достоинства. И смотри мне в глаза. Там ничего, кроме вечной пропасти, кроме драконьей пасти. Есть 12, которых мне, как всегда, хотелось спасти. Нет 11, но последний будет. А вот и он. Здрасте. На Титанике шлюпок на всех, как всегда, не хватит. Мы уйдем с ним на дно и проснемся в одной палате. Капитан не имеет права уйти или вырасти. Нет, апостолы ни при чем. Я же помню. Прости их. Прости, раз не успеваешь вывести. Любое мое движение кого-то ранит, кого-то убьет, как-то мы странно повязаны, чтобы удерживать каждого. Вот. Этот ракетный комплекс когда-нибудь ебанет. И ты говоришь не звука, я говорю не строки. Я постою от драпа лети, если можешь беги, я не шевелюсь. Ибо я, наверное, та бабочка, из-за которой потоп тайфун, километровая в небо волна. Стоишь и боишься дернуть крылом, боже, пошло бы оно все на. И в голове пристранный мотив, то ли гоп, то ли гей, то ли хвой. А я не теряю надежды однажды проснуться с собой. Спасибо. Спасибо. Это была Татьяна Корсунова.